Это скорее не танцевальный номер, а целый хореографический спектакль. Коллектив из Полысаева «Эдельвейс» представляет нас у жюри «Один день из жизни Пеппи». Танцевальная композиция получилась очень яркой и зажигательной. В сцене и в зале 41 коллектив из городов центра Кузбасса. У многих есть награды и победы во всевозможных фестивалях. Этот конкурс уникален тем, что здесь танцоры могут выступать в разных номинациях и импровизации. В жюри – профессиональные хореографы и балетмейстеры. В этом году рекордное количество коллективов принимает участие. Мы отсмотрели уже, по-моему, четвертая зона – Междуреченск, Прокопьевск, Березовский, сейчас в Ленинск-Кузнецкий. И в каждом городе по 40 с чем-то коллективов. Раньше такого не было, поэтому видно, что уровень специалистов растет, люди идут в хореографию, занимаются этим делом, растет уровень исполнительского мастерства. Когда вот такая масса присутствует в хореографии, люди друг у друга учатся, развиваются, и, соответственно, появляются очень талантливые, интересные коллективы. Техника исполнения, выбор танцевальных элементов, музыкального сопровождения и костюмов. По этим критериям члены жюри оценивают выступления конкурсантов. В учет, конечно, берется и возраст участников. В каждой зоне существуют свои мощные коллективы. И вот сейчас центральный куст, это город Ленинск-Кузнецк. Сейчас мы отсматриваем, но здесь очень хорошая хореография. Ленинск-Кузнецк на конкурсе представляли 15 танцевальных коллективов. Стоит отметить, что все участники стремились показать себя с лучшей стороны. Специально для конкурса были сшиты яркие костюмы и разучены новые танцы. Зрители же не остались равнодушными к стараниям конкурсантов. Громкими аплодисментами они оценивали выступления танцоров. Происходящее на сцене так захватило зрителей, что через некоторое время у каждого из них определились свои симпатии. Кто-то активными криками «Браво!» поддерживал танцевальный коллектив «Карусель» с композициями «Петушиные истории» и «Ваня». А кто-то усиленно аплодировал хореографическому ансамблю «Ладушки». В рамках 6-часового танцевального марафона состоялся конкурс балетмейстеров, в котором представили свои авторские номера более 20 балетмейстеров. По итогам отборочного тура лучшие коллективы рекомендованы для участия в гала-концерте 45-го областного конкурса детских хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области, который состоится 27 марта в Новокузнецке.